Так, всем привет. Не понял, а где звук-то? А, вот, просто куда-то, блин, исчезло что-то. Я думал, музыка пропала. Ну, музыка была, но, блин, она пропала. Ладно, посмотрим, что они предлагают. Они предлагают нам поиграть что-то вроде как... Была такая игра Рагнарок, и типа, ты тут тоже можешь поиграть в Рагнарок. Блин, ну где... Прикольно, то есть прически. А. Блин, то есть вот это тоже девочка. Прикольно. То есть, ну кто тут у нас еще есть? У нас есть кузнец. У нас есть волшебник. У нас есть рыцарь. Ну, давайте я возьму кузнеца. Мне интересно посмотреть его. Ну, прикольно, вот такой товарищ пойдет. Так, коричневый, зеленый, розовый, черный, белый. Ну, давай зеленый. Головной убор. О. Фига себе. Пусть будет так. Меня устраивает. Подключение к серверу и какие-то там смайлики. Блин, ну музыки нет. Где она? А, она появилась, да. Хочешь стать искателем приключений? Главное, чтобы телефон не тормозил особо. Ну, вот пока не тормозит. Что там? Привет! Наконец-то ты пришел. Мы договорились, что будем пробовать вступить в гильдию, в команду и демо вместе. Я шла впереди, а он внезапно исчез. Я думал, ты наткнулся на монстров. Не ожидал увидеть тебя здесь спящим. На это нет времени. Все в порядке, иди туда и поздоровайся с мисс Алим. Она беспокоится за тебя. Ну, есть несколько мемуар-проектов, которые мне понравились. Я, в принципе, надеюсь, что я буду... Ну, вернее, вернусь как бы к записи, продолжу. Та же самая линейка. Потом вот этот вот... там... Rangers of Oblivion. Там, где ты должен убивать крутых здоровых монстров. Ну, и пара еще других. Сегодня это твой компаньон, да? Все верно, мисс Алин. Им в голову всегда приходят странные идеи. Я не знаю, чем они занимаются. Просто слоняются без дела, да и в облаках летают. Запомни, после того, как станешь искателем приключений, тебя могут попросить выполнить абсолютно любую миссию. Некоторые из них могут быть совершенно невероятно опасными. Тебе нельзя задумываться о чем-то своем, особенно во время сражения с монстрами. Не отвлекайся, сражайся с монстрами. Не волнуйтесь, этот парень только кажется ленивым, но на самом деле он проворен в бою и очень талантлив. Слушайте, они все знают обо мне. Я книжку читаю. Ну хорошо, я тебя зарегистрировала. Однако те, кто хотят вступить в команду ЭДМА, обычно идут к тренеру Поя, который проводит испытания. Окей. Ты? Это ты? Ты выглядишь достаточно амбициозно, однако в этом стоит еще раз светиться. Не думаю, что ты будешь жульничать. Так, можем мы заканчивать с осмотром. Позволю сказать тебе об испытаниях, которые необходимо пройти каждому, кто желает присоединиться к команде. Из нечестных случаев, происходящих по вине монстров, гильдии, искателей приключений, сейчас крайне не хватает новобранцев. Таким образом, команда Эдема была официально назначена боевой группой, что означает, что отбор стал еще более жестким. Но не слишком сильно волнуйся. Чтобы помочь всем желающим лучше пройти испытания, мы обеспечиваем искателей приключений новой уникальной экипировкой. По-моему, звучит разумно. Так ты хочешь забрать свою экипировку прямо сейчас? Да, сейчас. Да, ты преисполнен энтузиазмом. Так теперь позволь объяснить суть. Всего тебе предстоит пройти три испытания, которые могут начать я и два тренера, что стоят рядом со мной. Возвращайся ко мне. Когда завершишь все три испытания, мы поговорим о твоем поступлении в... Ну вот, сейчас посмотрим, что за испытание.
Я что-то не понял. Ну ладно. Типа, блин, круто. Чё, неужели это первая игра, в которой... Так, и чё? В которой... В ней нет авто, блин... Это автопрохождение. Охренеть. Вы чё, прикалываетесь? И как я должен искать эти южные ворота? Блин. Фронтера. Это, конечно, весело. А можно побольше карту? Что вот это такое? Ладно, будем смотреть по карте. Так, конечно, я бы сказал, интереснее, потому что автопрохождение, оно немножко расслабляет, оно делает из тебя, так скажем, лентяем, оно разжижает твои мозги. Так. А, ну другое дело. Вот он. Ладно, я просто разучился. Это тоже, да, это как бы, знаешь, вот, блин, это... Ну вот эта вот тема с автопрохождением, она, как говорится, да, делает из тебя барана, которого, блин, на веревочке куда-то тащат. И он такой покорно за этим идет. То есть это, в принципе, можно сравнить с тем же самым, когда, вот, например, ты куда-то приходишь в новое место... ну, либо идете куда-то, например, в компании большой. И, в принципе, ты идешь просто потому, что ты доверяешь всем остальным товарищам, которые знают, например, куда идти. И не запоминаешь, тебе похер вообще на самом деле, куда ты идешь, вот. А потом, чтобы вот туда прийти еще раз, тебе нужно самому это все пройти одному. И ты такой, блин, где, когда, как это вообще было? В общем, вот это вот примерно то же самое. Ну, первое испытание. Пой в последнее время очень сильно разбушевался. Тебе нужно пройти и разобраться, в чем дело. Немного запутался. Пой обычно играет к западу от южных врат. Если пойдешь отсюда вниз и налево, то сможешь его найти. Ах, уже рассказывали, что Пой начал вести себя как-то скрытно в последнее время. Нам нужно, чтобы ты провел расследование и выяснил, случилось ли что. Так это и есть описание? Именно так. В ежедневные миссии искать приключения входит исследование мира, участие в событиях в мире, а также выполнение разного рода миссий. У тебя впереди много работы, пора двигаться в путь. Наконец-то мне нужно идти. Мне не нужно идти, у меня уже задница болит по получению тумаков. Так, дата и начинается беда. Знаешь, где найти Пой? Короче, в общем... О-о-о. Мы отметили для вас местонахождение Пой. Вперед, найдите его. Ну да, по карте, кстати, удобнее. Вот я всегда... Именно так думал, что лучше всего. А, вот они эти. О, слушай, тут есть... Тут есть этот. Пой-пой, Берни послал тебя поиграть с Пой? Говорящий Поринг? Не удивляйся, в конце концов, Пой принц Порингов. После проклятия демона, все, о чем бы, не по... бы Пой не подумал, превращается в человеческую речь. Пой. Из-за этого другие Поринги не играют с Пой. Так что Пой пришлось покинуть остров Порингов, чтобы найти способ снять проклятие. Пой. Давай поговорим о чем-то более интересном. Вчера мимо Пой проезжал караван, наполненный разными товарами, и Пой смог найти себе кое-что веселое. Пой, ты это украл? Что ты такое говоришь? Пой разлился в телегу, а потом подобрал это с земли. Веселая штука. Хочешь с ней поиграть? Это высохшая ветка? Пой так разволнован. Пой слышал, что если использовать высохшую ветку, получится что-то очень веселое. Попробуйте. Используйте высохшую ветку. Там монстр, я так испугался, это было весело, давай попробуем снова, пой.
прикольно. Ох, этот монстр выглядел сильным. Это высохшая ветка и правда тесная вещица. Хи-хи. Пой давно так не веселился. Передай барыне привет от Пой. Возвращайся, приходи в гости. А Пой найдет кровавую высохшую ветку, с которой будет играть. До свидания, не забудь вернуться и поиграть. Пой. Ответить барыне. Ты все сделал правильно, поздравляю. С успешным прохождением первого испытания. Пой не убил тебя? Удачненько. О, зашибись. С Бёртоном. Ну-ка, где там этот Бёртон? А, вот он. Ну да. Но, в принципе, я вот парочку игр тоже таких видел, где действительно можно играть, ну, как это, без автопрохождения. Иногда бывает сложно, просто потому что, блин, очень много людей играет в эту игру, и у них очень много рядом, и ты просто путаешься, куда тебе идти. Ну, ты это, да? Так, и второе испытание посмотрим. Вот он, питомец почтальона Барни. Ой, Банни. Лубис пропал. Он очень сильно любит своего питомца Любиса. Тебе нужно как можно скорее, можно быстрее искать, оказать ему помощь. Если ты не разберешься с этим делом быстро, ты можешь забыть о скидках на товары из будущих поставок. Какая же головная боль. Там начинаются беды. Знаешь ли эти барни? Нет, не знаю. Ну пойдем дойдем до него. Посмотрим, что за барни. А, вот он. Ау! Мой любимый Любис, куда же ты пропал? Что творится? Любис — это мой питомец, очень покорный лунатик. Мы доставляли почту из Альберты, но то, когда мы прошли через южные ворота Пронтеры, Любис стал вести себя очень странно. Как так? Сначала Любис немного разволновался и стал... Я стал его утешать, но сегодня утром Любис сильно вырос и стал озлобленным. Я хотел посадить его в клетку, чтобы он никому не навредил, но он толкнул меня и убежал. Я попытаюсь найти его. Огромное тебе спасибо. Я слышал, что рядом есть любимое место лунатика, флаг зеленого листа. Тебе стоит поискать там. Я буду ждать здесь на случай, если Любис вернется сам. Ну, вон эти лунатики ходят. Ну, посмотрим. Ой, монстры. Мы окружены. Блин, не успел прочитать. Ну ладно. Чё там? Огромный лунатик несётся вперед. Это мутант? Лубис. Наконец-то нам удалось побить его. Не знаю, был ли это Любис, но тот лунатик очень сильно мутировал. Мы вернемся, расскажем Банни, затем вместе придумаем план. Это что за штука? А, ну это понятно, ее можно сказать. Так, мы пошли сюда. Ух ты. А-а-а. Дневные награды. Огромный лунатик? Это должно быть Любис. Агрессивный? Нет, это невозможно. Погоди, есть еще один способ, ты должен мне помочь. Эта бабочка была у Любиса с детства. Если он ее увидит, он обязательно узнает. Я попробую снова. Ну, пошли попробуем. Не, мне определенно эта игра нравится. Она выглядит симпатично, конечно. Пока что мне... О, Любис. М? Судя по телу, это должен быть Любис. Смотри, что у меня есть. Банни сказал, что это тебе. Ты приносил это всю жизнь. Конечно, ты помнишь это. О, слушай, он уменьшился.
Классно. Ну, она прикольная. Слушай, а подожди. У меня здоровье не восполняется само. Интересно. И это очень интересно. Давай. Стрэндж. Я гильти. Подожди, а чё? А, ну всё, да, ещё. Так, ну и чё там? Лубис успокоился, а его тело постепенно начало приходить в норму. Совет его хозяина действительно сработал. Лубис, Банни беспокоится о тебе, пойдём со мной. Лубис, ты наконец вернулся. Я знал, что ты не оставишь меня. Я тебя люблю. Спасибо тебе, искатель приключений. Как ты узнал, что это Лубис? Лубис не умеет разговаривать, однако по его выражениям все понятно. Кто бы мог подумать, что эмоциями можно выразить так много чувств? Когда я показал бабочку Лубиса, я бы мог спокойно мог почувствовать страх у него в голове. Возможно, он сбежал лишь потому, что беспокоился, что не может сдержать себя и в конце концов навредить тебе. Мой любимый Любис, большое спасибо. Ты проделал выдающуюся работу. Я расскажу команде Эдема о твоей великой мудрости. Это прекрасно. Пойдем-ка. Сходим. Ты вернулся. Я получил письмо от Банни, в котором он восхвалял твои способности. Поздравляю с завершением второго испытания. Великолепно, теперь у меня на снова будет скидка на посылки. Отлично. Что там, третий чувак остался? Позы, бросок, позы. Испытание боя нелегкое, потому что она думает о безопасности искателей приключений. Я бы делал точно так же. На этих характеристиках. В повышении уровня ты получишь очки характеристик, которые сделают тебя сильнее. Окей. Характеристики определяют направление развития. Давай покажу, как их распределить. Распределяйте свои очки в панели информации персонажа, чтобы улучшить свою силу. После смены профессии характеристики будут сброшены. Уже окей. Довольно просто. Такое легкое дело вряд ли тебя затруднит. Характеристики будут сбрасываться при каждом повышении профессии. Твой наставник профессии также даст тебе совет по развитию. Сперва используй очки, чтобы стать сильнее. Понятно. Ну давай поговорим с Пой. Это уникальный и очень красивый головной убор является лучшей наградой для искателя приключений. А также знаком того, что его носитель является частью команды Эдема. Вот я дам тебе чертеж головного убора. Выбери один из двух. Еще нет. Хорошо, считаю, что это считай это подарком от команды Эдема и частью твоего третьего испытания. Собери все материалы, указанные в чертеже, а затем создай головной убор. Хорошо, осталось лишь выбрать один из двух эскизов. Яичный скорлуп. Че? Ну, пускай будет так. Так, что там? А, вот оно. Угу. Ну, вообще забавная, конечно, штуковина. Я бы сказал, что она, блин, выделяется на фоне... Мягкий мех из фабры. Мы побежали. Она, конечно, очень выделяется на фоне всех остальных MMORPG, но, в принципе, мне нравится. То есть, скажем так, тут, конечно, тоже есть вот эти вот... Ну, блин, обычно, когда ты играешь в MMORPG где-нибудь на компьютере, то там... Эй, не понял, что, все? А где?
из Фабре. А кто такой Фабре? Ну, блин. Может вот это? А, вот Фабре, блин, точно. Я думал, что это за товарищи? А это, оказывается, какие-то существа. Ой, сори. Ну, в принципе, да, блин, прикольно. То есть, ответить Поя. Пойдем ответим Поя. В принципе, как бы... Игра... Это очень... Ну, по всем параметрам. То есть, по графике можно сказать, что она хорошая. По наполнению. Ты так быстро собрал все необходимое. Дойди до улыбчивого помощника. Он поможет сделать главный убор. А, вот он. Главный убор в твоем распоряжении. Если у тебя есть жетоны монет Эдема. А-а-а. Ну давай. Яичная скорлупа новичка, блин. Ой, блин. Господи, боже мой, я выгляжу как некто... Как нечто неприкольное совершенно. Но, блин. Яичная скорлупа новичка. Ну что, думаешь, круто? Да, хорошо. Поздравляю с завершением третьего испытания. В будущем у нас появится еще больше уникальных и крутых главных уборов. Так что не забывай заходить и проверять их наличие. Ну, зашибись. Ты выполнил испытание? Давай проверим. Сначала ты поиграл с Пой и его высохшей веткой. Готово. Затем ты нашел питомца Бани, Лубиса. Готово. И наконец ты собрал все материалы до главного убора. Готово. Хорошая работа. Ты доказал, что соответствуешь требованиям команды Эдема. Я потому могу поздравить тебя с присоединением. Мы сообщим тебе, когда ты сможешь официально войти в состав гильдии искателей приключений и стать настоящим искателем приключений. Хорошо. Так, может быть, что-нибудь другое по... Виталити и интеллект. И декстерити. И лак. И вот такие эти. Так, что там? Похоже, Беннету из эскорта... Эскорта от каравана нужна твоя помощь. Ну, побежали. Так, а сколько там времени-то, блин? Ёлки, 10 часов уже. Ну, отлично. Сейчас еще немножко, может, еще одно задание, я думаю, достаточно будет. Ух ты, какой у них там граммофон. Забавно. А, вот он ты где. Честно говоря, сопровождение достаточно скучная работа. Но спорим, ты будешь удивлен, что грузом является особый монстр. Монстр? Именно так. Различные группы гильдии, действующие на просторах Земли, проводят расследование причин мутации монстров. Также ищут их... Ищут пути возвращения монстров к нормальному состоянию. Твоя торговая палата Морока не исключение. Или Марокко. Ну, пускай будет Морока, а то Марокко это как-то не звучит. На первый взгляд, маленькая вещь, однако она исчезает и источает очень странную пыль, которая может иногда привлекать монстров. Этого монстра следует как можно быстрее отвести торговцу питомцами Кабору для проведения дальнейших расследований. Исследований. Будьте осторожны, я пойду. Ну пойдем посмотрим. Бафомет младший. Что происходит? Это монстр?
Фоль Монстр, ты где? Ёшкин кот. Если напали на меня, прям не знаю. Толпой. Так, что там, куда? Вот сюда. О, Кабор. А, Кабору это просто склонение. Так-то он Кабор. Или Кабор. Нам наконец удалось. Далее я буду проводить смотр и изучение. Мне, скорее всего, удастся узнать больше о феномене тела этого монстра. В последнее время мутации монстров начали протекать быстрее. Нам следует провести исследование. Нам бы хотелось попросить всех перестать подкармливать монстров. Ну да, я думаю, на этом можно будет завершить. Очень прикольно. Эта игра будет в прохождениях.